Генеральный директор группы ЧТПЗ Борис Коваленков и управляющий директор Первоайского новотрубного завода Алексей Дронов сегодня в составе российской делегации прибыли в Узбекистан. Там в ближайшие два дня будет проходить форум межрегионального сотрудничества. Государственный визит возглавляет президент страны Владимир Путин. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Сначала лидеры двух стран пообщаются в узком составе, затем пройдет встреча с участием представителей. Делегацию Свердловской области возглавил губернатор Евгений Куйвышев. В ее состав вошли крупные бизнесмены и промышленники, в числе которых представители группы ЧТПЗ. В программе визита запланировано обсуждение вопросов кооперации в агропромышленном комплексе, цифровизация экономики, реализация экспортного потенциала регионов, создание совместных предприятий, а также участие в российско-узбекском деловом совете. Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут ряд документов, после чего состоится торжественный прием.